Приветствую всех тех, кто сейчас смотрит меня, с вами я, Алиса Водобри, и сегодня мы, точнее, я буду проходить игру под названием Kirby Street Team to Dream Land. Мой английский божественный, извините меня. Наверное, с этой франшизой у меня из подписчиков никто не знаком, а подписчиков у меня 37. Ну, пояснять не буду, я просто вам, кстати, покажу ее. А я, если что, буду молчать на катсценах, несмотря на то, что я этого делать не хочу. И сейчас вы поймете, кстати, почему я не хочу это делать. Ну что ж, поехали. Тем у нас эта катсцена кончилась, сама игра у нас начинается. Ну что ж, начнем же. А, да, и сейчас кое-что хочу объяснить вам, что тут с уровнями не так. Ну, не так, а просто что происходит. Вот, начнем с того, что у нас уровни — это местности. Местности, как вы видели, в катсцене их 5, но на самом деле их чуть больше. И все уровни в этих местностях делятся на этапы. Вот один, во второй, который мы не можем сейчас открыть. Третий тоже мы не можем открыть. Я вам поспорил одну фишку Кирби, извините. Четвертый этап. И битва с боссом. Здесь не всегда будет по 5 этапов, но... На первых нескольких уровнях у нас как раз таки будет именно вот такое вот количество этапов. Всего лишь 4 этапа и один этап босс. Ну что ж, давайте-ка начнем наше путешествие. Так, у нас тут объяснение, как играть за 4 игроков. Но так как я прохожу одна, мне это делать, в принципе, не нужно. Ну, у нас первый уровень — это обучение, как и всегда.
Вот, кстати, одна особенность Кирби. Он может съедать все подряд. У нас тут Уэйт. Извиняйте, если я сейчас буду молчать или буду фейлить жестко, потому что я не умею разговаривать и сразу играть и одновременно играть в платформеры. У меня это выходит хреново. Кстати, если что, вот эти звезды, которые тут появляются, это фишка впервые в этой игре была введена. До этого никаких звезд не было. Ну и как и в обычных платформерах, здесь за 100 звезд дают дополнительную жизнь. Мы получаем способность огонь. Врезаемся в Кэппи, врезаемся в Войда. Падаем вниз. Жарим просто всех. Находим ключик. Его надо сейчас аккуратно протушить. Ну и вот еще одна фишка. Это собирательство разных предметов. Нам тут объясняют, что это. Это энергетические сферы. И их всего 120. И за собор всех их дают кое-что интересненькое. Так. Тут у нас Супер Энхол. Так, дайте мне обратно способность. Мне нужно дополнительно жить. Эти вот огромного друга надо победить. Правда, это не огромного друга, это всего лишь марионетка. Огромный вроде бы в этой игре не встречается, но я просто знаю, не помню. Опять берем огонь. Походим дальше. И сейчас нам покажут еще одну фишку этой игры, которая впервые появилась здесь. Это суперспособности. Тоже как копированные способности, но просто супер. Они, кстати, заменяют финальное оружие в этой игре. Их всего здесь 5. Это, если что, ультрамеч, хотя вы видели там название, что написано. И как раз таки из-за суперспособности меня изрядно подлагивает. Поэтому я не знаю, как там вообще будет выглядеть на записи, но сейчас у меня просто сильно подлагивает. Возможно, на записи такого не будет. Продолжаем всех убить. Да, кстати, видите вот эту вот шкалу? Ну, наверное, все догадались, если она будет, то у нас закончится эта способность, и мы не успеем сделать то, что нам нужно сделать. А мы это уже сделали. Это у нас портал в другое изменение. Ой, изменение, извините, измерение. Попадаем сюда, и нам нужно сейчас быстренько побежать уровень. Ну, небольшой этап, чтобы нас, блин, эта хрень не съела. Извините, чуть не налажала. Так, огромный. Сейчас у нас еще будет мини-босс. Здесь нас уже эта хрень не будет преследовать, слава богу. Это вот физический думер.
Хай. Все, завалили. Думера. Собираем оставшиеся две сферы и пошли дальше. Спасибо за максимум томатов, мне в принципе не нужен, но все равно пусть будет. Не лишнее. Кстати, если вы будете видеть, что у меня иногда жизни пропадают, я просто перехожу, чтобы у меня была нормальная запись, иначе у меня просто не будет звука в игре. Просто у меня есть программа для записи, но она записывает хрень кремного. Что, следующий уровень? Ой, этап, извините. Я запуталась. Так, Лифан у нас. Нужна способность трава. Хотя нить не нужна, я после его хочу показать. Баунси. И полетели на варп звезде дальше. Так, вот нам дают Катера, или как у нас его перевели, Резак. Убиваем пауков. Я не помню, как их зовут, извините. Сложно запомнить 1632 врага. Серьезно. Нам не особо сейчас еда нужна. У нас полное здоровье. Полное здоровье, мы. Полное здоровье. Ой. У нас есть еще разные предметы, которые могут просто поставить нам жизнь в определенный момент, но они не навсегда, к сожалению. А так хотелось. Подружение нам открыли. Ой, что я то сделала. Собираем на личинку сферу. И побежали дальше с этой пушкой. Очень веселый. Так, у нас есть игла. Да чё ж такое? Кто дает эту способность? Здесь еще типа аналог спиндеша есть. Я все знаю, что это такое. Так, максимум томат нам не нужен. Так, заходим, тут вроде бы есть кое-что интересное. То, что нам как раз таки нужно. Так, сейчас у нас будет мини-босс, потому что нам тут дают способности. Каски луч, мой любимый. Блин, не вовремя. И
кажется, мини-боссов нам еще дают. Неспособность, а возможность собрать еще одну энергетическую сферу. Вот мы завершили этот квест. И идем к концу уровня. Значит, здесь Go Game. Кстати, если долететь до конца, нам еще будут давать дополнительные жизни в размере 3 штук. Ну, блин, это сделать сложно. У нас здесь еще 3-й этап. Как некоторые заметили, я перезапустил игру. Я думаю, что у меня некоторые проблемы. Так, мы получаем одну из моих самых любимых способностей в этой игре, потому что у нас тут есть энергетическое поле, которое просто всех убивает, ну или можно так пустить его. Почему бы и нет? Можно еще делать так. Так, у нас здесь Шотзо. Вроде бы их так зовут. Но дело в том, что нам их просто никак не убить, они неуязвимые враги, как и Гордо. Гордо — это название врага. Если я помню, надо было спуститься вниз. Так. Баунти. И фан. Дополнительная жизнь. Большой объект. Ой, извините. Чёрт. Я не планировал это делать. Все случайно. Да, не зря. Тут есть пончик, который мне не нужен просто сейчас. Значит, я просто потратил время. Вот хэт. А Одуду, который, видимо, нам нужен, потому что нам дают копейсенсию. Звезды. Так, и здесь у нас сейчас громко, которую я не люблю донести ключ до конца. Поэтому с ключом мы не можем летать. Это плохо. Врагов, в принципе, смысла нет уничтожать, кроме Шотзо. Просто они просто появляются, когда я ухожу за экран. Кстати, здесь на врагов прыгать нельзя. Хотя я могу сейчас проверить, вдруг я ошибаюсь, но я этого делать не буду. Что просто потеряю время. Много чего еще. Так. Это нам, конечно, не нужно, но я все равно это возьму. Логика. Как, кстати, шикарная логика еще кучу раз будет. Кстати, это шипы. Хотя выглядит как пластикация. И сейчас начинается гонка, которую я просто не люблю. А, гонка за Кейди. За вот этой вот фигней, которая снизу бежит. И я реально ее просто ненавижу. Потому что если не успеть в определенное время... Он просто упадет вниз. Но слава богу, я сейчас успела. И мы собрали все энергетические сферы на этом уровне. И... Нам остается только из него выйти.
достаточно неплохо. Я до второго редко долетаю. А до последнего, который первый, я вот до него практически не долетала никогда. Ну, только один раз. Следующий этап. Кстати, видите, здесь увеличилось количество энергетических смех. Блин, что со мной не так? Здесь увеличилось количество энергетических сфер, короче. Получилось мне наконец-то. Что вы говорите? И здесь еще есть одна фишка. Падающая с заднего плана объекты. А дело в том, что периодически у нас будет увеличиваться количество энергетических сфер на уровне. Здесь еще есть секретка. Ладно, не секретка, не хрена, просто для внимательных. И сейчас нам просто нужно быстро побежать. И тут. Блин. Не испугалась. Вот здесь вот фигня. Так как у нас не Triple Deluxe, не Triple Deluxe, это следующая игра. Здесь нет способности этот лучник, поэтому мы просто от него ничего не получаем из этого врага. У нас здесь еще леденец невидимости. Да просто бежим на правом. Ладно, это мне не нужно. Мы тут дополнительную жизнь получили. Все, добежали до конца. А, не до конца, просто до конца этого этапа. Твою дивизию, что я несу? Так, бой-то не трогаем. Хотя можно было его и добить, но я это делать не буду. Так, у нас чудесная вещь, название которой я не помню. Давай спасать нашу гуру от беды. И от врагов тоже. Здесь еще есть вторая. Черт, что я делаю? Ладно, мне пофигу уже. Ну, пролом. Эх. Бежим. Ай. Просто проверили, есть ли тут что-нибудь. И тут есть только одна звездочка и еда, которая мне не нужна. И сейчас у нас будет кое-что. Новая суперспособность, потому что я тут по этими деревьями заметила. Я не знаю, как это правильно назвать, но давайте это будет у нас чудовищное пламя. Хотя флейм это еще и вспышка, но не больно тут на вспышку похоже. Точнее, не похоже. Иди отсюда. И вы тоже идите отсюда. И вы идите отсюда. Вы бесполезны здесь. Очень ровно стоите, ребята. Что-то я зря сделала, извините, привычка. Хотя это даже не привычка, я просто так сделала, слушай. Мы сейчас доберемся до конца. Как большая сестра. Точнее, аж три их больших сестер. Я просто предпочту сейчас побежать на спасение, не хочу время больно тратить много. Разрушаем огонь на дерево, у нас открывается портал другое зрение. Другой портал. Здесь у нас будет уже чуть другой этап. Этап. Опять я начинаю нести всякую хрень. И, боже мой, он меня не лагает почему-то. Черт. Как у него и это делать?
Поздравляйте меня, я просто дую. Слава богу, вон портал не закрывается после проигрыша. Да можем продолжить еще раз. Расчищаем себе путь. Неожиданно я эту постройку очень быстро смогла съесть. Следующий отрезок уровня у нас. Я предпочту взять искру. Парк. Мне нужно это поле. Его даже я не смогу. Быстренько его завалили, потому что я умею играть этой способностью. Игнорируем. Ладно, не игнорируем его. И быстро бежим к концу уровня. Этапа, черт, блин. Как же все здесь запутано. Уровни не уровни, этапы не этапы. Сейчас здесь еще будет кое-какая анимация. Потому что нам стал доступен босс. Ну и сейчас мы к нему перейдем. Итак, вот у нас пятый этап, босс. Нам сейчас дают тут на выбор три способности. Я предпочту взять луч. Потому что я лучше. Лучше всего играю. Я хреново из меня комбурист. Кирби зачем-то упал. Ну и босс, как очевидно, в лесу какой должен быть. А главное дерево. Виспи Вудс. Сейчас надо убать. Я макил. Это не мешает. Пучки воздуха. Ой, что-то... В следующий раз он так меня не догонял. Пучками воздуха. Видимо, стал играть агрессивно. Сейчас у него началась вторая фаза, я ее знаю. Не просто я сейчас убегать. Сейчас города как раз таки, вот эти вот, которые невозможно убить, которые не подчиняются физике. Вообще никак не подчиняются. Все, харе. Харе в меня, дыхайте. Кстати, вот блок, которым я не пользуюсь в основном, я просто его сейчас включила. Я вспомнила про него. Но боком я, в принципе, пользоваться не буду и буду играть по хардкору. Да, сомнительно хардкорами, конечно, но ладно. Мы отметим вот эти вот весла. У нас опять косына. Вот мы вернули Лору весла. И сейчас я, кстати, вставлю свой голос. Именно тот, который переводит. Ты сделала это, Кирби?
моего корабля вернулись весла. Большое тебе спасибо. Я рассчитывала на то, что вы найдете другие недостающие части. Продолжайте работу. И не забудьте следить за всеми этими энергетическими сферами. Если вы соберете достаточно, сломанные двери внутри моего корабля реактивируются. Есть две действительно классные мини-игры, в которые вы можете играть со своими друзьями. Не говоря уже о комнатах копированных способностей со всеми копированными способностями, которые вы можете попробовать. Есть несколько этапов испытаний, которые действительно проверят ваши навыки. Если вы найдете достаточно энергетических сфер, то реактивировать эти двери будет легким ветерком. Поэтому всякий раз, когда увидите одну, обязательно возьмите ее. Вау, ты уже нашел 13 энергетических сфер. Молодец, Кирби. Вы реактивируете дверь на одну из этапов испытаний. Уно в комнате справа. Почему бы тебе не попробовать? Мне кажется, тут будет логично закончить. Ну ладно, спасибо всем тем, кто досмотрел это видео. До свидания.